построено все очень приблизительно. Так выглядит хвост этого артефакта, или это может быть голова, при большом увеличении. Попробуем создать им условия, при которых они активизируются. Вот так этот странно сгруппированный комок выглядит при меньшем увеличении. Чтобы понять уровень увеличения, который нам удалось достичь, это вот этот вот квадратик, он выглядит так. Он на самом деле в клеточку, толщина одной линии 0,03 миллиметра, то есть 30 микрон. А это на еще большем увеличении. Теперь вот эти 30 микрон выглядят на весь экран. Еще чуть-чуть. И при другом сочетании будет уже увеличение в нанометрах. И вот опять странная клешня. Гидра, или их несколько. Объектив микроскопа. Сейчас мы ее покажем, как она выглядит при увеличении. Это вот самый ее центр сплетения. Ожила. Так она выглядит.